Я прочту стихотворение, которое называется «Нищий», его написала Любовь Васенина. Нищий на паперти церковной, нищие, каждый день с протянутой рукой лишние. Мимо все прохожие спешат, некогда, и на нищих бросить беглый взгляд некому. Утро, вечер, скудны подаянья мелочью. У прохожих мало сострадания к немощи. Кто они на паперти спросить? Скажут ли, что заставило стоять просить каждого с нерассказанной своей бедою лишние? Встретились лицом к лицу с нуждою нищие, а богатый смотрит свысока, жалкие, не подаст для нищего рука жадная. О, богатые, нужды не знают, нищих презирают. Нет меня на паперти церковной, денег у прохожих не прошу, не стою с протянутой рукою, но быть нищей Господа прошу, чтоб нуждаться постоянно в Боге и с молитвой Господу спешить. Дай мне хлеб насущный на сегодня, хлеб для тела дай и для души. В зимний день прошу и знойным летом, нищий быть пред Богом не стыжусь. На глазах у многих жду ответа. Получив ответ, не ухожу. Не скудеют Божие богатства. Нищим пусть останется мой дух. Не устану в Господе нуждаться. Завтра снова я к Нему приду. Снова буду ждать от Бога милость. Господи, взгляни, опять нужда. Он ответит. Что бы ни случилось, знаю, Он ответит, как всегда. Нищих духом Бог благословляет. Хочешь ли ты в нищих быть, скажи. Нищим духом в Библии читаю, Царство Божие принадлежит. Аминь.